В общем, всем доброго времени суток, мои многоуважаемые зрители. С вами Боди, и у нас сегодня покупаем все одного цвета, 24 часа челлендж, новая ламба. Видосик это 4. Погнали смотреть. Е-е-е-е. Господи, помилуй, что ж так громко? Он ангел, он ангел. Ох ты жопа, кусок. Блин. Я мечтал. Не забываем лайк ставить, комментарий и подписку на канал. Это же самое легкое. О, господи. Раз, два, три. Ну ты шо, Кобяков? Что с волосами? Но сначала поставь лайк на видео. Прокомментируй ролик. И все в этом. И последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь на этой неделе. Просто попробуй. Все верно. Поставили? Умнички. Напиши в комментарии, что у тебя, и я обязательно поставлю тебе лайк. А если ты успеешь подписаться на канал и поставить колокольчик за 5 секунд, то завтра тебе придет на телефон 10 тысяч рублей. Скорее подписывайся. Поэтому не забывайте подписываться на наш канал. Люди, которые смотрят канал. Поверьте, если вы не подписаны, сделайте это. Всем привет, меня зовут Влада 4 Егорик. У нас есть 33 буквы. Сейчас мы закидываем эти 33 буквы в портфель по одной букве. Допустим, буква З. Как? Сегодня явно мой день. Ему нужно за 30 секунд вспомнить предмет. Это может себе купить. Как вы знаете, ну, кстати говоря, если даже так подумать, то что у нас может быть на эту букву? Типозовника, отвертый знак. В общем, пишите комментарии. Ребят, смотрите этот ролик целиком и полностью. Конечно же, тоже получит попан и поджопник. Который давай, выйдет на канале, давай, он вам погнали. Просто взорвет башню. Там будет один супер секретный гость. Каждого из вас нажать колокольчик только на один ролик. Жмите колокольчик и ждите следующего. И главное, подписывайтесь, елки-иголки, на канал. Ролик. Там Леня. Ребят, знаете, кто там будет? Там будет Егорик. Традиция начинает Егорик, потом Кобяков. И я. Пошло. Давай. Давай. Только не попрыщу. Держись, держись, держись. Идеально. А, он ударил? В сумме на каждого у нас где-то по 10 покупок. Ну, я не могу. Раз, два, давай. Давай, давай, давай. Не можешь. Макароны. А, то есть ничего не придумал, да? Нормально. Так, давай. Макбук, например. Макбук, как? Господи, ты серьезно? Какие макароны? Ты старик себя человек. Пойдем сегодня купим дорогие макароны. Макароны. Ну что, мои три... Давай, 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 думай, я не могу. Быстрее, быстрее, время. Ну что у нас на эту букву есть? Как, ребят, ну что? Пока мы... А что, напишите реально комментарий, я вот тоже чуть не подумал. Еще не загуглили, чтобы вы вспомнили на букву Е. Е-е-е-е-е. Не, я даже додуматься не могу, что на Е может быть? Вспоминать продукты, предметы, это... И время пошло. Ж, это... Жвачка. Хоть что-то. Это желе. Е. Не кратко. Ну, тут... Тут выбор... Йогурт. Небольшой. Йод. То есть... Мы идем в аптеку. У нас есть золотая карта, которая оплачивает все покупки. Хитро. Вот я не понимаю, как Пяточку можно... Все, давай, доставай. Давай, 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 думай. На S начинается, на U продолживается. Су. Короче, ребят, это какая-то жесть. Да, все-таки выбрал сушки. Начну писать. Да, блин, чувак, это можно было выбрать сушки. А мог быть давайте, самокат. Дискотека. Думаю, сильнее. Давай, духи, давай. Духи. Да. Короче, духи. Хорошо. Кстати, неплохо. Самая нормальная тема. Поэтому поехали. Но я сделаю кое-что другое. Скажите, пожалуйста, какие самые дорогие рублей, да? Бро на банане? Ну, конечно, это же самые дорогие. Ты мне в глаз. Вот зачем брать самые дорогие? Нужно определять по запаху, что вкуснее пахнет. Духи, идем. Давай быстрее вытаскивай. 3 секунд, погнали. М. Носки. Господи, что у меня зуба застряла? Кушал мясо недавно. Опять? Ну как так? Погнали. Так, мука. Тебе сам и время. Ща. Ща, ты знаешь. Я бы сказал щука, но нельзя рыбу. Ща. О, прикольно. Щетка. Молодец. Месяц раз в месяц, а она стоит уже больше 3. Так. Вау. Можно я? Показываешь? Ше. Ше. Воздух общий. Швабра. Егор опять. Шарики какие-нибудь, ну, не знаю, шампунь. Не может быть на букву Ш. Ну, в электронике ничего себе. Стоишь рядом с шампунем. Потому что дома у меня заканчивался шампунь. Может, ходишь вот такой? Знаете, какой? Надо Head and Shoulders. Head and Shoulders. Короче, я выбрал Head and Shoulders. И это буква Ф. Ф. Я знаю одно. Классная. Фарш бери. Оно вообще классное. То, что... Пацаны, поедят пизда. Он ангел, он ангел. На развес. Ох ты жопа, кусок. Пистажки обжарь. Читер. И в карманы еще положи, и в карманы. Прам-па-пам. Оп. Я не знаю.
Я пытаюсь представить сам. Утюг. Ну утюг. Утюг. Смотри, какой навороченный. Это интересно. Паровая станция, вот. Это не утюг. Так, значит, нужен дорогой. Мне нравится. Что прикольный, да. Кстати говоря, это дороже всего. Утюг. Погнали. Черепаха, но здесь нету животных. Че, блин, сейчас. Так. Давайте чехол за телефон. Не, хотя, да, чипсы. Чичок, а чайник? Убери. Чайник? Я, потому что я не вспомнил. Бля, часы! Часы! Магазин с часами. Точно! Точно! Можно же было часы взять. Это самая вкусная пачка. Поехали, 3 секунды, пошли. Ю. Давай, давай, накидывай, накидывай, ладонь. Ю. Юмор. Ладно, юмор купи. Юла! Короче, ребят, если вы что-то вспомните... Точно. На Ю пишите в коммент. Юла, пеликан. Блин, она такая дешевая. Просто идеальный выбор. Все, что-то Е зацепил. Это буква Йо. А, нет, сейчас лето, же не зима. Лето, Йо. Йо-йо. Кстати, Йо-йо, да. Йо-йо. Скажите, я поделюсь. Мы не знаем, стоп. Я не знаю. Вообще непонятно, что про нее можно придумать. Ребята, опять же, пишите в комменты. Напишите реально все в комментариях, посмотрим. Ладно, давай, давай. Это мягкий знак? Мягкий поджопник. Это R. Потому что R право. Итак, рубрика... Три. Ну да, мягкий. Время у тебя уже идет, кстати. Це. Мысли? Цыпленок. Ну что, ты выбрал? Да. Вот в этом весь Кобяков просто. Цыпленок. Слушайте, на самом деле отличный выбор. Ну что, не цыпленок, что ли? Ну серьезно, да? И буква В. Владислав. В. База. Но у меня была мысль вентилятор, например. Вот, я беру вот эту. Зелененькая такая, яркая. Кстати, неплохо, вентилятор, да. Буквочка. Г. Смотреть в камеру. Егорик выбрал тактику. Давай возьмем гнома. Ты чего? Гироскутер. Думал какой-нибудь горошек. Просто грабль. Просто раунд. Идеальный выбор. Берем подарок. Реально отличный. Блин, хотели покататься, но он на самом деле разряжен. Адекватная покупка из всех ребят, по-моему, пока что. Не знаю. Не, реально хороший вариант. Буквочка. Ха. Хлеб. Хлеб. Есть хрен. Хлеб? Да. Рукавиков, ну что это? Все у тебя к еде. Кушать хочется. Хорош. Вау, вот это красава, вот это контент, молодец. Зе. Зе. Зинаида. Зонтик. О, зонтик, кстати, нормальная тема. Кстати, хорошо. Ну, в принципе, можно пользоваться, поэтому... Ну, теперь у меня такой зонтик. Это буква... Р. Р. Время Р. пошло. Р. Блин, не знаю. Стоп. Рыба. Стоп. Ралик. Но поздно, время как ну бы да, закончилось. Робик Скобяконикс, давай, запускай свою ключню. Тут как бы все банально, я думаю, это будет скучный пример. Ну это хлеб. Так, даже не знаю. Эскимо. Положу их аккуратно, чтобы потом их съесть. Чё, и... Очень смачное. Изюм, изюм. Есть? Хорош. Ну хоть изюм. Я решил тебя запутать. О, изюм. Те, кто любят изюм, и те, кто не любят. Я, например, люблю. Давайте узнаем в комментарии. Ребята, пишите, как вы относитесь к изюму. Сейчас ты твердый подсрунтель, словишь? Б. Идет. Тик-так, тик-так-так. Так, тик-так-так. Давай, давай, давай. Три, два. Баклажан. Батон. Не успел. 30, 98. 30, смотри. Молодец. Ка. Я просто возьму квас. Просто ты не будешь долго думать. Кстати, хорошую идею. Ты запей. Просто. Отличная сразу идея. Компьютер. Прям сейчас прекрасно. Квас твоей жизни. Давай. Самый дорогой твой квас. Сейчас я вытяну. В своей жизни. Буковку. Опа, П. Лучше бы, наверное, П. Ну ладно, вытянул. Ну? Одеяло? Я хочу одеяло. Нормально, кстати. Одеяло. Ну, кстати, неплохо. А вы что? Я не выглядел. Одеяльце. Точно одеяло. И за вещи. Одеяло. Да, хорошо. Т. Думай, думай, время идет. Так, что на Т? Тачка. Давайте засчитаем слово тачка. Тачка, да, конечно, ну, игрушечная, я так полагаю. Пойдем в детский мир и выберем тачку, кстати. Смотри. Смотри, вот, типа. Как тебе такая? Так. Еще. Это же детский магазин игрушек. Блин. Выбор очевиден. Конечно же, желтая. Но это идеально. Идеально. Владик, идеально. Владик, пишем, ребят, что мы когда-нибудь купим ламбу во имя Ютуба, святого лайка. Уже. Оказывается, она на пульте управления. Там он пульт. Тоже подготовила для нас. П. Это... Я мечтал об этой букве. Так, с самого начала игры. Так, П. Время твое идет. Время твое идет. Это же самое легкое. 4. Я не знаю. Персики. Раз, два, три. Планшет. Опа-та. Не, на самом деле мы... Ёлки-иголки, точно. Мы очень сильно надавили на него вначале. Я так хотел. Ну все, планшет. Кобяков, ну что это такое? Можно хотя бы на машине покататься? Ты что, дурел? Я говорю, персики. Ну не на Ламборджини же? Я. Я ну, вот извини это. Меня, друг. Я. На букву Я. Я не знаю, почему она пришла в голову прямо сейчас. Я. Ячмень. Яблоко. Я не знаю, ребят. Посмотреть. Могу позволить себе любое яблоко.
Майер. Ятину. Молодец. Эл. Элла. Лэ. Ламборгини. Но почему-то Егор меня опередил. Все, это только лимон. Ты уже принес лимон? Луи Виттон. Лак для волос. Те буквы. Мы придумали мини-игру. Егорик, доставай. Так. Я первый, можно? Да, да. Давай. Все, так. Раз, два, три. Буква, знаете что? Я даже долго думать не буду. Айфон. Мак. Или... Я думал арбуз. Точно, здесь же еще техника. Айрподс или... Я просто постоянно, когда вижу буквы, я сразу про еду думаю, тоже, как Кобяков. Айфон. Ты что угодно сказал. Ну я сказал. Ну да, ты сказал. Тупанул. А время прошло? Не, ну пытаюсь, не... Пытаюсь мы... превратить твердый знак в мягкий. Твердый поджопник Кобякову, а потом пойдем за айфончиком. Промазал, ударил. За айфон. Мы можем... А нет, магазин закрыт. Два айфона. У меня и XS Max, и я не смог его купить. Вот это я простроил. Ну ладно, чего уж поделать. Я на самом деле даже не знаю на что, до 30 секунд. Давай. Ананас. Яблоко на ананас. Ну погнали за ананасом пока. Нет, ананас. Это уже реально смешно. Что за неудачи? Ну, по всей видимости, ананас. Надо было не один брать. Все уже разобрали. Я сегодня неудачный. Ну а сейчас суммарно и вам покажем. Пойдем. И такое бывает. Интересно, мы и так и не поняли. В сумме продукт. Здесь 360 баксов. Это новая лампа. Всем пока. Слушайте, ну если даже так посудить, чисто логически, то... Почему у меня все время в голове какая-то еда? Вот надо было вот тоже вот подумать, аймаки, там планшеты. Ну, ребят, как говорится, не в деньгах счастье, кушайте и занимайтесь спортом. О, правильный образ жизни нужно вести. Короче, с вами был Бодя, ставьте лайк, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем спасибо большое за просмотр и всем пока, завтра новые ролики.